Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешному. Номер 1527. События дня. 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». За 16 февраля 2020 года. И наше обращение за помощью. Вот такое. Вот данные 4 ролика, это действительно все тут все без обмана. Ну и переписка в нашем содружестве. Я буду прокручивать, а вы сами смотрите. Курсоры можете остановить. Thank you.
Там что-то не дымит, не горят картошки у тебя. Уже запах давит сюда. Я уже убрал. Угу. Хорошо.
Об имени Божьем, о проповеди беседует.
Ну вот на этом все. Воскресный день. Понятно. Как было. Далее, как всегда, 4:40, я пораньше. Служба, богослужение. Потом собрание, трапеза и занятия. А днем рулетки были и занятия по скайпу. Все.